Добрый вечер. Сегодня был самый теплый день на этой неделе, потому как со вторника температура начнет опускаться. Температура воздуха ночью и утром в западной части Латвии понизится до 4-9 градусов. В восточных регионах будет холоднее, местами до минус 13. Во второй половине дня во вторник ждем от минус 2 до минус 8. Весь день 20 февраля будет дуть слабый северный ветер. Также весь вторник в стране будет облачно, иногда с прояснениями, а во многих местах ожидается небольшой снег. Теперь о погоде в Риге. В латвийской столице в ночь на вторник ждем 5-7 градусов мороза. После полудня температура составит минус 3-5 градусов. Весь день будет переменная облачность и почти безветренно. Ближе к ночи здесь возможен небольшой снег. Медицинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Всего доброго и до свидания.